Владимир Мигуля. Это имя было едва ли не самым популярным среди певцов и композиторов советской эстрады начала 90-х. Мигулю считали не только успешным, но и очень богатым человеком. 7 апреля 1994 года стало в его жизни черной датой, днем, с которого в нашей стране начался отсчет нераскрытых заказных преступлений против известных людей. Утром, как обычно, за Владимиром Мигулей заехал его шофер Эдуард. Через 5 минут оба были уже в машине. Успели отъехать несколько метров от дома, и в этот момент раздался взрыв. Взрыв был такой силы, что его услышали на расстоянии нескольких кварталов от места происшествия. Жена Владимира Мигули, Марина, находилась в этот момент в магазине неподалеку и хорошо помнит, как дрогнули стекла витрин. Она словно бы почувствовала что-то неладное и сразу заторопилась домой. Я захожу, удивленная, и вижу, что он сидит на кухне, дверь прикрыл и говорит, вот, понимаете, о чем-то вот так. И я вижу, что у него обгорелые волосы, кровь из ушей и синяки, сажа. В общем, он кровь на брюках. Я поняла, что случилось что-то страшное. Я ему звоню, причем показывали по CNN в новостях, вот в Америке, я это увидела по телевизору, была в шоке, звоню ему тут же. Вот, я говорю, папа, что случилось, как так вообще могло произойти? Новость о покушении на известного композитора облетела все зарубежные информационные агентства. «Голос Америки» и CNN сообщили. Во время взрыва в Москве личному водителю Мигули Эдуарду Попенкову оторвало обе ноги. Он скончался от потери крови по дороге в больницу. Все российские газеты вышли с громкими заголовками. Может, он кому-то перешел дорогу, может, кто-то позавидовал, может, кто-то, знаете, к нему испытывал какое-то чувство неприязни. Все может быть. По факту покушения на Владимира Мигулю было заведено уголовное дело. И это был не единственный случай, когда с известным композитором пытались свести счеты. 16 марта 1994 года неизвестные подожгли дверь его квартиры. А спустя 2 недели после взрыва машины, 13 апреля, в подъезде, где жил Мигуля, был застрелен его личный охранник. Рядом с ним обнаружили стреляную гильзу и не разорвавшуюся гранату F1. Тот, кто пытался таким образом напугать или предупредить Владимира Мигулю, психологически все точно рассчитал. Это были 90-е годы, когда взрывали все, что только можно. И любого, кто высовывался, надо было обратно засунуть. Засунуть его было непросто. Володя сам не засовывался. А мне не надо от тебя ни руких слов, ни обещаний. А мне не надо от тебя ни редких встреч, ни прощаний. Наверное, выдумали мы весну, когда шумела вьюга. Наверное, выдумали мы от одиночества друг друга. В начале 90-х в Москве шла борьба за передел собственности. Начались громкие криминальные разборки. В эпицентре этой борьбы оказались многие звезды эстрады, в то время еще очень далекие от настоящего шоу-бизнеса. Жить только на авторские гонорары и прибыль от концертов было уже нельзя. Артистам приходилось искать другие статьи доходов. Например, выступать на свадьбах и днях рождения в домах новых русских. И получать за подобные услуги большие деньги. Стать придворным композитором Мигуля не захотел. Володе была заложена жилка. Не жилка, а может быть желание, помимо того, что он зарабатывал песнями, еще желание заработать на чем-то. То есть не заработать или там, по тем временам. Хорошая квартира, одна из первых иномарок в Москве, там,
американский Бьюик, по-моему, был, или Шевроле. Он всегда говорил: Марин, ты понимаешь, меня узнают. Я, ну, общественный человек. У меня должна быть хорошая машина. В общем, все, что видно, я не имею права поправляться. Я должен быть подтянутым, я должен быть современным внешне. То есть стиль, одежда, все. Я артист. Я композитор, но я артист. Я выхожу к людям. И с артистов всегда берут пример. Я должен быть примером. Вот так или иначе, кроме своего творчества. И, естественно, большое значение придавал этим вещам. Ему хотелось обеспечить жену, ребенка, ему хотелось жить в хороших условиях. А песни его уже не были нужны. Так он, так сказать, писал песню, получал, она исполнялась. Он получал авторский, неважно, там, скромный, но получал авторский, получал гонорар за песню. И поэтому он жил достаточно, ну, я не могу сказать богато, но прилично жил. А тут, ну, и все стали бросаться, что-то нужно придумать. Там предложили бизнес, здесь, потому что имя было его известно. Он мог уже, так сказать, представиться в каком-нибудь кабинете и сказать: вас беспокоит Владимир Мигуля. Мигуля одним из первых в стране решил организовать свой продюсерский центр. Он взял в аренду помещение в центре Москвы, заручился поддержкой нескольких влиятельных лиц от власти и шоу-бизнеса. Начал закупать аппаратуру для новой музыкальной студии. Сколько мы туда вкладывали средств в это помещение. Все, что зарабатывалось абсолютно. Даже квартиру сдали, чтобы... Тогда же ничего не было. Все приходилось возить сумками откуда-то из Германии. Друзья нам помогали, немцы. Привозили светильники, ну, не знаю, всякие детали. Я почему-то думал, что он был связан с бензозаправками, что тоже он мог делать по тем временам. То есть с его знакомствами и с отношением к нему все, что касается Москвы, да и Волгограда, я думаю, у него были большие возможности. Его использовали. Использовали предприниматели, бизнесмены, как лоббиста, как человека, который может что-то пробить. Вот это было его заработком. Он просто... Это не было его пороком никаким. Он был просто одним из членов системы, которая зарождалась в России. Но все-таки мне кажется, что у него не было этой коммерческой жилки, чтобы быть бизнесменом. Ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Есть городок на огромной планете, ночью над речкой четыре огня. Это отсюда давно на рассвете. Ты проводила дорогу меня. Вижу тебя побледневшей строй, скорбной руки и белый платок. Тихо сказала ты мне на дорогу: не остуди свое сердце, сынок. Волгоград был не просто городом детства, где Владимир Мигуля когда-то жил в маленьком доме на тихой улице Рахинской и где до сих пор живет его старенькая мама Людмила Александровна. Он любил сюда возвращаться, часто бывал на гастролях, дружил с местной властью и, по слухам, действительно владел несколькими частными предприятиями – автомастерскими и бензозаправками. Казалось, что все складывается удачно. У Володи был врожденный музыкальный слух. Но после окончания Волгоградской средней школы номер 43 он поступил не в музыкальное училище, как об этом мечтал, а в медицинский институт на факультет челюстно-лицевой хирургии. Это был исключительно мамин выбор. Сама по профессии фельдшер, Людмила Александровна хотела видеть своего сына обеспеченным зубным врачом, но никак не бедным музыкантом. И сын подчинился. Окончил институт с красным дипломом и даже целый год проработал врачом скорой помощи. На первые заработанные деньги купил маме шубу и ковер во всю стену. А потом неожиданно бросил все и уехал в Ленинград. Поступил в консерваторию на отделение композиции и вокала. И уже через год, словно прося прощения у мамы за неслыханную дерзость, Володя написал песню, которая мгновенно стала хитом советской эстрады. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь? Но время птицей пролетело, и в детство нить оборвалась. О,
поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Раздался звонок. В дверь, и я открываю дверь, входит молодой человек, беленький, с длинными волосами. И он говорит: я написала для вас песню, это песня о маме, она называется «Поговори со мной, мама». Сел за инструмент и сыграл мне эту песню. И когда я стала репетировать, первая женщина, которая послушала эту песню, это была моя мама, она заплакала и сказала: эта песня будет нравиться всем мамам на свете. Поговори со мною, мама, мне снова детство подари. Владимир Мигуля оказался не только талантливым композитором и певцом, но и успешным продюсером. Не без его помощи появились и стали известными группы «Монитор» и «Дети Арбата». Сам маэстро Игорь Крутой был клавишником в одном из его коллективов. Певцы Александр Иванов и Алексей Глызин тоже начинали у Мигули. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле, она одна. Следующей звездной удачей композитора Владимира Мигули стала песня «Трава у дома» на стихи Поперечного. Правда, изначально в ней пелось о грустной буренке, что стоит одиноко зимой в стойле, вздыхает, и снится ей трава у дома. Мигули же уловил в этих стихах совсем иное и попросил автора слегка переделать текст. И на этот раз творческое чутье Владимира Мигулю не подвело. Песня стала не только любимым советским шлягером, но еще и зазвучала как неформальный гимн советских космонавтов. И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Вообще многие группы и многие исполнители после такого хита заканчивают свое существование. Потому что сложно что-то сделать новое. Ну, в общем-то, я не могу сказать, что мы перебили. Там, ну, после нее было много песен еще. Но, конечно, такого успеха они не имели. Ну, вот уже следующее поколение, а они все равно поют «Траву у дома», и никуда не денешься. Вот даже если бы написал вот эту одну песню и «Поговори со мной, мама», уже можно сказать, что есть в России композитор Владимир Мигуля. А он написал еще очень много. Игорь. Китуш, как тебе нравится больше по стихам припев? Вот этот припев или вот второй? Кроме дара мелодиста, у композитора Мигули была еще одна редкая способность – безошибочно находить нужные стихи и превращать их в нежные лирические песни. В каждую из своих песен он влюблялся как в женщину. Писал не нотами, а сердцем. Может быть, поэтому у многих песен Мигули такая странная, почти мистическая судьба, самым неожиданным образом вплетенная в его собственную жизнь и в жизнь близких ему женщин. Обаяние сумасшедшее. Он мог бы быть летчиком, он мог бы быть капитаном корабля, он мог бы быть водителем, таксистом. Он мог быть прекрасным столяром или плотником. Это не имело никакого значения. Мужчина он был очень обаятельный. И женщины его, конечно, обожали. Папа пришел на телевидение показать свою песню «Поговори со мной, мама». А, вот. А моя мама работала в то время на телевидении в музыкальной редакции. Вот. Ну, там они и познакомились. Папа в то время еще учился в Ленинграде, в консерватории. Но они сначала ездили друг к другу, мама ездила в Ленинград к папе, папа приезжал сюда, в Москву. Потом папа закончил консерваторию, они поженились.
Вот, и через 2 года родилась я. Внешне это был счастливый, ничем не омраченный брак. Но продлился он 6 недолгих лет. Вокруг развода Владимира Мигули с первой женой ходило много разных слухов. Возможно, причиной разрыва была ревность, возможно, другие очень скрытые личные мотивы. В любом случае, дело было не в банальной измене. Бывшая жена Анна Ермишева избегала разговоров на эту очень деликатную тему. Ну, я могу сказать честно, откровенно, что моя мама всегда мне говорила, что если бы не некоторые обстоятельства, мы бы с твоим папой не разошлись никогда. Через 2 года холостяцкой жизни Володя вновь решился на брак. Его избранницей стала Марина Леонова, юная поклонница из Пскова. Она мечтала о карьере певицы. Володя помог Марине поступить в Гнесинское училище на отделение вокала и начал писать для нее песни. Я с удовольствием ездила к ним в гости. Было весело. Мы с ней нашли общий язык, в принципе. Вот. Но, к сожалению, они недолго прожили. Вот. Потом папа опять какое-то время жил один. Вот. Тогда, ну, мне кажется, ему тяжело, он не приспособлен. Вот. Он такой человек, ему кто-то нужен был обязательно. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы, конечно, узнали популярного журналиста эстонского телевидения, автора и ведущего телесериала «Телевизионное знакомство». Третьей и последней музой Владимира Мигули стала Марина Симония, ведущая таллинского телевидения. Они познакомились во время Володиных гастролей. И он почти сразу сделал ей, замужней женщине с ребенком, предложение. При внешней мягкости и уступчивости Мигули мог в нужный момент проявить и твердость, и характер. Марина, как и все женщины, которых Володя однажды допустил в свой ближний звездный круг, подчинилась. Она оставила ради него карьеру, мужа, таллин и уехала в Москву. Он мне ничего лишнего и не говорил. Единственная фраза была сказана за все эти дни. Он сказал: вы знаете, а я вот мечтал встретить такую женщину, Марина, как вы. И все на «вы», заметьте. А я сказала: какую? Он говорит: ну, немножко восточную, немножко западную. Я хотела всегда иметь такую жену, сказала она мне. Ну, я, что тут скажешь? Вот, я послушала, улыбнулась. Господь послал ему Марину. Идя с невестой под венец, наш лев покорно выгнул спину и понял – главный знак – телец. Я был на свадьбе его с Мариной. Такая красивая пара, блондин и брюнетка. Красивая пара, и я был шафером и одновременно тамадой. Вот. И никогда не забуду, как все это проходило. Очень трогательно, очень ярко. Я фаталистка, вы знаете. Я верю в судьбу. Потому что до этого, до встречи с Володей, я все делала так, как я хочу. А здесь я стала делать то, что хочет он. Можно было разбудить ночью и сказать: слушай, иди сюда, давай послушай, что я тут сочинил. Вот какой тебе вариант? А он-то там живет, понимаете? Он не понимает, что он меня... Я потом лягу и не засну. Думаю, ну что же мне делать, капризничать? Нет, нет, думаю, не буду. В доме было пианино, Лира называлась. Но он постоянно всех выгонял, то есть чтобы ему никто не мешал. Сейчас я его очень хорошо понимаю, потому что мне тоже... Как бы нельзя мешать музыканту, когда он сочиняет и думает. А я постоянно заходила, постоянно мешала, начинала играть на пианино, и говорю: выйди, пожалуйста, Леонид. Он постоянно скрывался в комнате и сочинял свои шедевры. Ну, давай, кушай, мама. Вырастешь, дальше будешь. Я тебе тогда покажу, как я тебя кормил в детстве. Не надо. Ну, чего не надо? Нет, это был довольно-таки, конечно, счастливый, спокойный период. Я была школьницей.
Ну, у меня была своя такая спокойная жизнь. Вот где-то, когда я стала уже старшеклассницей, последние классы в школе, ну, тогда я была в Америке, да, это вроде как за граница, я совсем ребенок, и надо же что-то везти, подарки, это же принято, правильно. И, ну, Лиана была совсем маленькая, я ей купила какие-то игрушки, маме там тоже что-то такое. И, значит, вопрос, что везти папе? И вот я ходила, искала, искала, и нашла ему футболку, на которой написано: «Есть только два времени, когда я испытываю стресс. Это день и ночь». То есть он уже такой же был, в принципе, в стрессе постоянно. Не то, что в стрессе, а как бы он постоянно был такой собранный человек. И я ему, когда ее подарила, он попросил, что это написано, по-английски же. И ему это было очень смешно. 7 лет жизни с Владимиром пролетели для Марины как один счастливый миг. А потом началась черная полоса. Может быть, это было результатом его нервных потрясений каких-то, результатом взрыва и так далее. Может быть. Начало внезапной болезни совпало с трагедией 1994 года, когда на Владимира Мигулю было совершено покушение. Совершение данного преступления способом подрыва автомобиля носило заказной характер. Профессиональная подготовка лиц, которые совершили, и усилия, причастные к подготовке данного убийства, его финансированию, заказчиков преступления, были направлены на сокрытие следов. Все сошлось в тот злополучный год. Череда угроз доброжелателей по телефону, силовой захват офиса на Новом Арбате, где располагался продюсерский центр «Мигули». И как итог, вынужденная продажа за долги дачи в поселке Горки. Мигули обратился за помощью в правоохранительные органы. Написал письмо в городское контрольное управление. Никто не защитил. Володя даже написал открытое письмо президенту, тогда Ельцину. Не было вообще никто. Мы остались так одни. Нам даже предлагали политическое убежище. Некоторые страны, ведущие, скажем так, цивилизованные, куда можно было бы спокойно уехать, и Володя отказался, естественно, я тоже. И мы остались, не понимая вообще, что происходит и что будет завтра. И в страхе за детей. Потом, конечно, сообразили, что чего бояться, все отняли уже. Когда зарождалась эта демократия, которая называется вседозволенность, вот, так отобрали здание у Володи. Конечно, он хотел сделать там студию, хотел сделать центр культурный, но кто-то оказался сильнее. «Давайте жить по солнечным часам» пелась в популярной песне Владимира Мигули. Но его собственные внутренние часы уже начали обратный отсчет. А если жить по солнечным часам? Личные женщины профессоров не плюются. Вот именно, если она так поступила, значит, у нее был серьезный повод. Я хочу разобраться. Профессор Милорадов убийца. Он убил моего сына. А я из прокуратуры. Провожу проверку по факту смерти его больного. Тайны следствия. Понедельник на канале «Россия». Первый симптом. У Володи стала провисать стопа на правой ноге. Он стал спотыкаться. Мне говорит Марина: я не могу понять, что это такое. Ты знаешь, вот иду и спотыкаюсь. Не могу, вот не владею стопой. Потом, через какое-то время, достаточно короткое, у него стал появляться дефект речи. То есть вот он с трудом стал произносить букву «Р» непривычно. В одной из последних телепрограмм можно услышать, с каким усилием пытается говорить Володя. Ну, сама бывает, взяла, она
без конца поет, играет, импровизирует. Я понял, что генетика в ней, конечно, сконцентрировалась. Да. Я позвонила ему, и он как-то так странно мне ответил. И я еще удивилась, но как-то странно говорит он. Тоже речь была замедлена. Вот, я так говорю: пап, что с тобой? Он говорит: последствия после гриппа, осложнения. Я еще удивилась. Думаю, ну надо же, как-то странно. Поверить в то, что Володя тяжело болен, не могли даже близкие. Он каждый день делал зарядку, не пил, не курил. С детства занимался боксом, плавал в проруби и вообще не знал, что такое простуда и грипп. И вдруг слабость в ногах. Это странное покалывание в мышцах, в пальцах рук, которыми он уже не мог с прежней легкостью подбирать мелодии. Все это было похоже на сильное нервное переутомление. Совершенно непонятно, почему именно вот на такого спортивного человека, жившего светло, чисто, знаете, вот как-то радостно, очень с большой любовью к людям, к жизни, почему на него свалилось это несчастье, почему именно он заболел? Володя еще долго не обращался к врачам, но Марина все-таки убедила его пройти обследование в институте неврологии. Меня встретил грустный доктор. Я представляю его состояние тоже, когда нужно родственникам проговаривать вот такие вещи. Он мне сообщил, что у Володи смертельный диагноз. Ну, мое состояние понятно. Я говорю: рак. Он говорит: нет, гораздо хуже. И назвал мне боковой амиотрофический склероз. Этот недуг еще называют болезнью обнаженных нервов. Он поражает молодых и дает знать о себе не сразу. Неприятные симптомы проявляются с возрастом. Мышцы медленно атрофируются, наступает паралич конечностей, а мозг остается ясным. Мигуле было 47, когда болезнь ударила его наотмашь. Поле, в котором обитал Володя, предположительно мной, была какая-то сила, которая не помогала ему, разрушала его жизнь. Но кто это может сказать? Это же нельзя доказать. Вероятно, что-то было, потому что он был счастливейший человек. Просто Божий избранник. У него все шло как по маслу. И потом одно несчастье за другим. В юности кажется, жизнь бесконечной будет всегда. Можно мгновение тратить беспечно дни и года. Неизбежно полжизни проходит не возвратить, и невозможно ушедшие годы снова прожить. Не летят. Я думаю, что Володю сглазили. Когда вот людям кажется, что вот как все хорошо у человека, он известный, он любим миллионами, он богат. У него так все красиво, понимаете, вот так все хорошо. Может быть, человек и не желает дурного, понимаете, но мысль эта уже родилась. При рассветной тишине странный сон приснится мне. Я услышал зов мечты. Владимир Мигуля был яркой звездой советской эпохи. Его успех вызывал не только восторг, но и зависть. Коллег по цеху, криминальных авторитетов, уверенных в том, что Мигуля – подпольный миллионер, и мстивших ему за это. Поклонницы же с маниакальной настойчивостью добивались внимания своего кумира. Журналистка одной центральной газеты в течение нескольких лет преследовала Мигулю, звонила ему каждый вечер домой, срывалась за ним на гастроли, пока ее пыл не охладила милиция. По слухам, была неравнодушна к Володе и известная целительница Джуна. Она даже писала стихи для его песен. Володя часто бывал у нее дома. Они много времени проводили вместе. Он мне очень нравился, Володя. Но я не могла вообще, я не знаю, чтобы я на кого-то как посмотрела, на мужчину. Этого у меня не было. Потому что я все время, когда ухожу в саму себя и отдаляюсь от всего. Не знаю почему. Но как певец я его обожала и любила. Но любила
как говорится, платонической любовью, человеческой любовью. Я оберегала даже его нервы, когда кто-то что-то начинал говорить. Володя, вот так надо, так надо. Как-то один раз он мне сказал, что между нами что-то могло быть. Я просто не обратила на это внимания. Когда зайдет цветок несмелый, я отыщу свою весну и припаду к березе белой, как будто к прошлому приду. Я странный человек. Я как-то никогда не могла на... Ну, я не знаю, я не могла на друзей смотреть, как на мужчин. И как-то я дикая в этом отношении. Я все, всерьез ничто не воспринимал. Всерьез была моя работа, наука. Джуна вообще не могла причинить ему вред, просто потому что, во-первых, она человек верующий, а во-вторых, она относилась к Володе очень по-доброму. И я не верю никаким сплетням, разговорам о том, что она могла ему навредить. Были завистники. Знаете, когда появляется нечто великое, талант от природы, обязательно находили завистники, певцы, я буду говорить откровенно, и всегда отдаляли, вот, чтобы этот человек не вышел на арену, чтобы его публика не знала, а чтобы вот тот, который неуч, который... имеет голос, вот, чтобы он был в единственном экземпляре и никого не было. Состояние Владимира Мигули ухудшалось с каждым днем. Лечение требовало огромных денег. Часть средств выделило государство. Когда свои врачи оказались бессильны, Марина разослала факсы с просьбой о помощи во все международные медицинские центры. Откликнулся известный доктор из Германии. В качестве эксперимента он предложил сделать сложнейшую операцию на позвоночнике. Это была хоть и маленькая, но все же надежда. Володя стойко перенес операцию. Даже врачи были потрясены его мужеством. На такое способен только русский. Но все оказалось напрасно. Мне позвонила Марина и сказала: Володя, плохо. Я позвонил Бисеру Киру, который был в это время в Москве, Вале Толкунову, и сказал: ребят, поехали к Володе. Он уже был неподвижен и уже не мог с нами так общаться и разговаривать, как раньше, что было само по себе, в общем, очень печально. И я после каждого посещения я плакала, потому что эмоциональный человек, и не могла даже вообразить себе, что вот в 50 лет, еще не было 50, когда он заболел, так человек молодой, совершенно, казалось бы, здоровый, может себя чувствовать. За время болезни Владимир Мигуля похудел почти на 40 килограммов и внешне напоминал хрупкого, беспомощного ребенка. Сначала он передвигался с помощью палочки, затем пересел в инвалидную коляску, а потом уже и коляска была не нужна. Открой мне, Господи, глаза на этот мир зеленокрылый, на этот край уже не милый. Открой мне, Господи, глаза, открой мне, Господи, глаза на страх в любой душе живущий и нас на подлости зовущий. Открой мне, Господи, глаза. Он был очень плох. Он был красивый парень, такой цветущий, обаятельный совершенно. А тут уставшее, измученное лицо, похудевшее. Я ему говорю: Володя, как себя чувствуешь? У него правая рука уже не работала, он левой мне показывает вот так. Я таких мужественных людей вообще в жизни не встречал. И потом вдруг он попросил бумагу, о чем он уже не говорил, он жестами попросил у Марины бумагу. И левой рукой написал записку: она у меня хранится. Эта записка, там написано: Андрей, прости меня за все. Это по причине болезни. Я виноват перед тобой. Ну,
перехватило горло, вот как сейчас. Я говорю: Володя, это я у тебя должен просить прощения, потому что я столько времени был в отъезде, и у тебя не был. Но я запомнила его, нашу последнюю встречу с ним. Когда мы общались просто взглядами. Что-то я ему говорила, как-то хотела отвлечь его внимание от болезни, от его жуткого состояния. Мы все старались это сделать. И Марина, и дети, и все, кто приходил в дом. А в доме тогда было очень много людей. Все приходили, друзья, очень близкие, знакомые. Просто те люди, которые любили Володю просто. И никто его не жалел. Последние полтора года Володя только лежал. Ему сделали специальный столик, поставили туда клавиши. И левой рукой, которая еще могла как-то двигаться, он писал музыку. Друзья всеми силами старались поддержать Владимира Мигулю. На 50-летие решили подарить ему концерт. Для вас поет Марина Мигуля. Огни и города, а тебе пока не надо торопиться никуда. Володя слушал свои песни в трансляции по радио из концертного зала «Россия» и плакал. Это было единственное проявление слабости за несколько лет тяжелейших страданий. Понимаете, когда мы со старшей дочерью просто брали его аккуратно в руки, вот так вдвоем, и несли в ванную, потому что в день два раза ему нужно было, его нужно было класть. Во-первых, он отдыхал в воде. Во-вторых, ему казалось, что ну как же, чтобы не было лишних запахов, что больной человек в доме. Я понимала, что это ужасно. Я, конечно, я не могу сказать, что я абсолютно нормально это все делала, но у меня не было каких-то... скажем, психологических срывов по поводу того, что вот как так, вот надо его брать, там, нести в ванну, да, вот я сейчас говорю такие как бы вещи. Это не воспринималось как что-то такое сверхъестественное, потому что на протяжении 3 лет, когда человек с каждым днем чувствует себя все слабее и слабее, как-то это все проходит довольно-таки... Ну, тяжело, конечно, что все спали, я помню, утром проснулись, и кто-то пошел посмотреть, потому что обычно он по утрам нажимал на телефон, знаете, такая кнопочка есть, когда пищит телефон поиск. У нас был телефон, у него это база. И почему-то не зазвонил. Все-таки подозрительно, даже немножко проспали, встали, пошли, посмотрели. Все, так все тихо как-то произошло, я даже не очень это помню. Ну, что все ушли на кухню, я как бы маленькая, я сидела в комнате. Вот потом я даже зашла в комнату. Он лежал на кровати уже как бы. И я это все видела, естественно. Стало 16 февраля 1996 года. По заключению врачей, он умер от истощения организма. Сердце у Володи было как у космонавта, поэтому и сопротивлялось болезни так мучительно долго. Я помню театр эстрады, я помню
прощание с Володей. Я помню, как много людей, весь цвет нашей эстрады, знаменитые и малоизвестные артисты, люди разных профессий, друзья, просто зрители, да, вот просто Володина публика, скажем так. Нескончаемый поток людей говорили речи. И как Володю выносили из театра эстрады, как аплодировали все. Была овация. И Андрей Дементьев сказал, что так Володю провожали с каждого концерта. Его не отпускала публика. И так его проводили в последний путь. Мы приехали на Ваганьское кладбище, и когда несли его гроб, то это был февраль, то вдруг началась гроза. Зимой гроза. И я подумал, что уходит святой человек. Невероятно талантливый и очень добрый, и очень хороший друг. Владимир Мигуля любил мечтать, глядя на звезды. У него даже был собственный телескоп. Прощаясь, Володя сказал, что оттуда, из космоса, будет помогать всем своим близким, и особенно девочкам – Юле, Лиане и Китуше. Притишим в зале меркнет цвет. Скрипач на сцене безобразен. Но ничего на свете нет. Уже 10 лет, как нет с нами Владимира Мигули. Композитора с душой поэта, чью жизнь, короткую, но яркую, можно было бы сравнить с летящей кометой. Володя успел написать много светлых песен, но в его последних мелодиях уже было предчувствие финала, настолько трагического и нелепого, будто кто-то постарался его ускорить. Но кто и зачем? Нет ответа. Младшая дочь Мигули, Лиана, сейчас записывает свой первый альбом. Ей кажется, что она чувствует поддержку, идущую сверху, от отца, Владимира Мигули. Mi amore I will find It happened all at once and all at time По-моему, получилось, Саш. Юности кажется, жизнь бесконечной будет всегда. Можно мгновение тратить беспечно дни и года. Неизбежно полжизни проходит не возвратить, и невозможно ушедшие годы снова прожить. Дни летят за рассветом закат, за годами года. Никогда.